Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает, что записать ребенка в кружок или спортивную секцию можно онлайн на портале госуслуги. А помощник-робот Макс подскажет, как это сделать. Нацпроект «Цифровая экономика», инициированный Владимиром Путиным, делает жизнь россиян удобнее. Благодаря технологиям получить нужные справки и документы можно, не выходя из дома. Администрация Куйбышевского района в телеграм-канале рассказывает о вакансиях, которые есть на предприятиях. Самарский металлургический завод приглашает администратора баз данных, электромонтера по ремонту оборудования, прессовщика на гидропрессах. Зарплата от 32 до 50 тысяч рублей. Парфюмерно-косметическая компания «Весна» ждет наладчика автоматических линий, аппаратчика смешивания и литейщика пластмасс. Зарплата от 32 до 45 тысяч рублей. Компания «ЕПК «Кузница» примет на работу токаря, механика, инженера по охране труда. Зарплата от 33 до 37 тысяч рублей. Администрация Советского района сообщает, что до подачи заявки на конкурс «Народное признание» остались считанные часы. Заявки принимаются в 6 номинациях: «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победы», «Герой нашего времени», «Единство и успех». Подробнее с условиями выдвижения кандидата для участия в областной акции «Народное признание» можно ознакомиться на сайте правительства Самарской области. Самых достойных определят итоги голосования жителей региона.